Всем привет на канале Мусалим. Hyundai Solaris у нас в работе. Занимаемся жидкими подкрылками. Обрабатываем арки. Промыли, прочистили обязательно. Вот такой слой уже нанесли. Около 3-4 мм получается слой. Вся арка обработана. Сохнет довольно-таки быстро. Материал через 3 часа можно спокойно эксплуатировать автомобиль. Значит, что делает этот материал? Антикор, раз, под ним не скапливается никакой влаги, грязи, песка, и шумопоглотитель, это 2, биение воды, песка, камней по подкрылку обязательно убирается. Шум становится потише и покомфортнее. Ну и, конечно, соответственно, мы еще и проклеим штатные подкрылки вот таким образом. Это все вам в подарок. Все 4 арки, 4 подкрылка. Всем спасибо, пока-пока.